привет! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я покажу вам, как я приготовила торт в виде шапки для папы Римского. Этот торт готовился в подарок. Для этого я испекла сочный пирог без муки. Рецепт у меня уже есть на канале, но я его еще немножко изменила и добавила в тесто нарубленный шоколад и молотый миндаль. Перемазывала я его масляным кремом с вареной сгущенкой и украшала мастикой. Ну, все остальное вы увидите в видео. Все, давайте начнем.